А? А, слава свету. Не думал, что здесь патрулируют и другие стражи. Слушай, моя боевая группа пропала, мне нужна помощь, и... А, ты только что из могилы, да? Мы приняли сигнал тревоги и хотим помочь. Смело. Люблю храбрецов. Но задание сложновато для первого дня. А, к тому же я не успел как следует просканировать периметр, а теперь... Нужно побыстрее найти свою группу, иначе искать будет некого. Не высовывайся. Я доставлю тебя в город после... Я же добрался до сюда. И хочу помочь. Понятно. Никто не хочет оставаться в стороне. Сила стражей в единстве. Разве не так? Точь-в-точь команда Завала. Ну ладно. Приготовься. Будет жарко, но мы прорвемся. Главное, делай все, как я скажу. Мы не подведем. Следуй за мной. Здравствуйте, дорогие друзья. На этой неделе в Epic Game вышло дополнение к Destiny 2. Набор 30-летию Банши включает в себя набор подземелья, экзотическую ракетную установку, Гьеллархорн, еще броню и не только. Destiny 2 – это экшен MMO в едином развивающемся мире, к которому вы с друзьями можете присоединиться где и когда угодно, абсолютно бесплатно. Погрузитесь в мир Destiny 2, чтобы исследовать тайны Солнечной системы и испытать на себе возможности потрясающего шутера от первого лица. Откройте мощные стихийные способности и начните собирать уникальное оружие, броню и другое снаряжение, которое позволяет вам создать неповторимого персонажа и разработать собственный игровой стиль. Самостоятельно или с друзьями проходите кинематографический сюжет Destiny 2. Участвуйте в сложных совместных миссиях или соревнуйтесь в разных режимах PvP игры, загрузите игру бесплатно и отправьтесь к звездам. Пусть о ваших подвигах слагают легенды. В игре есть три класса стражей. Титан. Гордые и дисциплинированные титаны, способные на яростный штурм, так и на несокрушимую оборону. Размахнитесь пылающим молотом, рассекайте небо молниями и будьте готовы встретить любого соперника лицом к лицу. Ваш щит надежно защитит команду от атак врага. Охотник. Ловкие и смелые охотники быстро двигаются и еще быстрее принимают решения. Осыпайте противников градом пуль из золотого пистолета, пролетая сквозь полчища врагов, или наносите удары из темноты. Найдите врага, прицельтесь и нанесите удар еще до начала битвы. Варлок. Варлоки превращают тайны вселенной в грозное оружие, защищая себя и сокрушая врагов. Обрушьте на поле боя смертельный дождь, мгновение ока уничтожающие орды врагов. Кто осмелится бросить вам вызов, познает на себе истинную мощь света. Ну не знаю, как мне сказали, это самый занерфленный вроде класс, но фиг его знает. Проснись, страж. Сработало, я тебя оживил. Не представляешь, сколько я тебя искал. Я призрак. Ну, то есть теперь твой призрак. А ты? Ты долгое время был мертв, так что очень многое тебе будет непонятно. Это территория падших. Тут небезопасно. Нужно доставить тебя в город. Замри. Графически игра крутая, приятная стрельба, есть разнообразность классов и скиллов. Тем более в начале пути игра совершенно бесплатна. Это если вы захотите, есть куча платного контента в дальнейшем. Если вы не играли в Destiny, то вы пропустили многое. В начале пути игра была божественно хороша. Потом нерфы, дополнения, удаление старого контента. И алды, конечно, завыли, что игра говно. Это типичная схема для MMO игр. Введение. Что-то новое. Твоя пушка, которой ты всех
нагибал и на которую ты потратил около 1000 часов времени, чтобы ее добыть, занерфлена до неузнаваемости или вообще ее убрали с игры. У любого человека отпадет желание играть, но если ты не играл в Destiny до этого, ты обязан в нее поиграть. С первого взгляда игра кажется как новая машина, с запахом той пластмассы из детства. Все ссылки на игру и дополнения будут в описаниях под видео. Забери до 30 августа дополнение набор к 30-летию Банши. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Твой свет силен, страшно.